Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Digimon Cyber Slave Hacker's Memory. Итак, ну ладно, пока я в Digilab нахожусь, думаю, мне нужно, короче, эволюционировать некоторых дигимонов. В общем-то, после прошлой серии я немножечко занялся прокачкой для того, чтобы немножечко прокачать Сиэль и Бланк, чтобы их эволюционировать в новую форму. А также у меня побочные, кстати, прокачались Гаагамон и... А, я его куда-то убрал. Да, и Метал Гарурумон. Я просто убрал, чтобы кто-то другой прокачивался. Так, ладно, мне его нужно будет обратно вернуться к себе в команду. Так, от Вимона тоже избавимся. Визармон. А, да, кстати, кто-то здесь мне дает дополнительный опыт. Я дополнительный опыт получаю. Потом надо с этим будет разобраться. Я потом эксперименты проведу. Так, Андирамон. Так, я посмотрел, короче, Андирамона я тоже могу эволюционировать только в одного единственного дигимона. А здесь у нас не хватает атаки. Не, атаку, в принципе, можно прокачать. Здесь у нас не хватает абилити. Здесь у нас не хватает тоже абилити. Атаку еще как-то можно прокачать. 180, а у нас атака... Стоп! У нас атака 188, а нужна атака... 180? Что за ерунда? Все, понял, я атаку поднял с помощью предметов. Так что я буду эволюционировать в одного единственного дигимона, в которого я могу его эволюционировать. Дианамон. Ну, он вообще на кролика не похож. Так, а в кого он эволюционирует? А, ну все, я понял. Вот Крестамон, наверное, как раз-таки Дианамон, это следующая ступень эволюции Крестамона. Прямая, причем. Так, делаем откат для того, чтобы просто абилити получить. И у нас 41 очко абилити. Атака 88. Ну, мы, в принципе, можем его отправить на остров, прокачивать атаку потом, в будущем. Так, а Метал Гарурумон... Так, атака 200, почему? У него атака не 200, да? А мне как будто показалось, что я могу его прокачать дальше. Так, а Мираж Гаагамон? А, вот, Мираж Гаагамон точно может. Я просто получил атаку 200 и 60 уровень. А вот это уже выглядит намного лучше и поприкольней. И это последняя эволюция, да, получается? Да, и это какая у нас форма? Абсолютная. А, две абсолютные формы? Так, а вот, к сожалению, и он у нас тоже данные. Вот, к сожалению, Метал Гарурумона я не могу эволюционировать, потому что мне надо... А, вор Греймон, твой друг. И атака 200. Ну, атаку мы ему поднимем. У него еще есть уровни. Для прокачки. С каждым новым уровнем я буду поднимать атаку. Но вот предмет... А, нет, вот это харизма... Ну, то есть это... Вор Греймон, твой друг. Вор Греймон. Он у меня вообще есть, Вор Греймон?
Это, я так понимаю, надо вор Греймону прокачать характеристику кам. Я даже не знаю, как вор Греймон выглядит. Вармон? А может, Вармон эволюционирует вор Греймона? Не, я, скорее всего, такого не встречал. Еще Дигимона. Короче, у меня такого Дигимона еще нет. И я его даже не встречал. Так. Сестермон Сиэль. Так. Сестермон Сиэль. Она у нас тоже. Уровень 30. Так. Ну, ее тоже надо прокачать. 130 атаку, максимальный хп 1150. Блин, я не знаю, до 99 уровня она повысит свои параметры до, ну, до нужных, до необходимых, чтобы я мог, то есть, чтобы я мог эволюционировать. Или мне придется ее прокачивать на острове с помощью дополнительных предметов. Так, и у меня еще Сестермон Бленк. Так, ее я могу эволюционировать во что-то новое? Тоже нет, к сожалению. А почему-то мне казалось, что я могу. Так, значит, мне нужно, короче, обратно к себе в команду забрать Метал Грурмона. И было бы неплохо, конечно, найти вакцину. Вакцину. Вакцина совершенной. Взрослый, это маленький уровень. Тоже совершенный. О! Наверное, я Грейдмона возьму к себе в команду. Так, и кого-то отправим прокачиваться. Давай тебя отправим прокачиваться вот сюда вот. Так, 74. Ну, я могу еще какого-то Дигимона взять, который занимает 9 единиц памяти. Так, он может в кого-то эволюционировать. Так, Дивимон. Дивимон у нас максимального уровня, и он в кого будет эволюционировать? Я даже не знаю. Либо в него, либо в него. Я даже не знаю, в кого эволюционировать. Давайте, наверное, вот в него. Хотя, мне кажется, третий по счету Дигимон вот как раз таки был его прямой формой эволюции. Вам, Димон. Хотя, может быть, это тоже его прямая форма эволюции. Ага.
Репамон. Но мы ему сейчас поднимем эту характеристику кам. А, я тут не выбрал. А, неправильно сделал, блин. Репамон отправляется... Пускай за место Тиранамона будет. Так, надо было второй остров выбрать. Так, вот он. Угу. Так, одно мясо в никуда ушло. Так, мне надо 50. Опять мясо в никуда ушло. Так, все. Теперь он у нас может эволюционировать в кого-то нового. А, ну я понял. Не, это не его прямая эволюция. Короче, либо в этого надо было эволюционировать, либо в этого. Наверное, вот в него надо было эволюционировать. Так, посмотрим, может быть, кто-то набрал максимальный уровень для прокачки. А, точно, Виспмон. А, так, даже не знаю, стоит ли мне его прокачивать Кинбимона, потому что у Кинбимона эволюция... У него... А, подождите, Кинбимон может эволюционировать еще в какой-то поезд. Акувамон. Или вот в это непонятного... В это непонятное существо, но это тоже вроде жук. А, ну давайте в Акувамона эволюционируем. Так, Шелнунимон тоже может эволюционировать в кого-то. Так. И я думаю, что в него. Да. Причем это... Скорее всего, прямая эволюция. Прямая форма эволюции. Крисцемон. Подожди, Вор-Граумон? Вор-Граумон. Вор-Граумон? А у меня? Воргрумон. Так, так. Метал Грумон. Мне нужен Метал Грумон. А, вот он. Так, Воргреймон. Воргреймон. А здесь у нас? Ворграумон. Воз... Геогреймон.
Гео Греймон и Вор Граумон. Так, совершенный, взрослый. Возможно, Гео Греймон превращается в Вор Граумона. Райс Греймон. Подожди, Райс Греймон? Райс Греймон. Вор Граумон. Или, может быть, Вор Граумон в кого-то превращается. Ну, по крайней мере, я нашел двух дигимонов, которые мне следует прокачать, чтобы получить совершенную... Так, нет, Блин, как она называется-то? Ультимативная? Нет, совершенная. Совершенная есть. Наверное, ультимативная форма. А, абсолютная форма. Так, ну ладно. С эволюцией я закончил. Теперь надо выполнять... Так, миссию. Какую-нибудь. Так, и у меня в команде будет небольшая... Небольшое изменение. Ну, Сель, блин, я не знаю, она у нас только взрослый. Она даже не совершенный, не то что абсолютный дигимон, поэтому придется заменить ее. А, тем более она вирус, а мне нужна вакцина. Совершенный. Ну, совершенный, не абсолютный. Ну, пойдет. Он попал в нашу команду только из-за своего атрибута. Ой, то есть не атрибут, а из-за своего класса вакцина. Так, надо переодеться. Я в прошлой серии покупал новую футболку, которую еще не носил. Так, подожди. А что ты здесь делаешь? Это ты пришел спросить о Рюде, верно? Извини, но дай мне минутку, я обязательно поговорю с тобой в ближайшее время. Ладно, я буду выполнять какие-нибудь дополнительные квесты. Если они есть, конечно. Сюжетные квесты я отложу на потом. Важные, нормальные, дополнительных квестов нет, но нормальные. Захват территории, горничные в масках. Все понятно. Блин, что-то опять Google переводчик не хочет переводить. Так, я могу перевести второе предложение. Вот что случилось со всеми вокруг. Кто-нибудь мне объяснит об этом? Так, ну давай. Все издеваются над Заксоном. Что будет, когда мы будем рядом? Дай им знать, что их предупредили. Все эти маленькие атаки, сводящие с ума, приводят в бешенство. Тип вакцины Dark Ather. Дигимоны идут. Вакцина Свет Ather. Атрибут свет. Дигимон действительно поможет. Но у них вакцины, короче. Вакцины. Если я правильно понял, у них будут дигимоны типа вакцины. А у меня как раз таки данные. Есть дигимон. Так, хорошо. Значит, мне, короче, нужно опять перестановку делать в моей команде. А, подождите. Так все дигимоны, которые мне необходимы, они уже у меня с собой. Так, значит, Грейдмон меняется местами с Металгармоном. Или... Подождите. Вирус. Будем надеяться, что у них будут дигимоны также типа данных. Я на всякий случай сохранюсь.
Это будет групповой бой. Я почувствовал себя лучше. Будь у меня какая-нибудь компания, кого мне взять? Так. Следующее. А, определенно Фэй. Я очень занята. Ну, да ладно, давай покончим с этим. А, ну ладно. У Фэй просто тоже неплохие дигимоны. А, групповой бой. Мне казалось, это... это территория за... Все, понял. То господство над территорией. А это групповой бой. Да, это немножко другое. Ну ладно, Фэй возьмем с собой. А, Фэй. Мы сбиваем лидера врага. Верно? Давай заставим их избавиться красиво и долго. А, изгибаться красиво и долго. Мы сбиваем лидера врага. А, мы... свергаем лидера врага, верно? Давай заставим их изгибаться красиво и долго. Мне кажется, не изгибаться, а корчиться. Так, сообщение какое-то пришло. И, возможно, это как-то связано с миссией. А, не, или нет. А, ну да, у меня тут есть очень много сообщений, на которые я не отвечал. Ну ладно, потом прочитаем эти сообщения. Так, все понятно. Так, знаете бы мне, где их лидер находится? Ух! Ух! Ва! У нас паника? Так, сам себя ударил. Промахнулся. Я что-то не понял. Почему у нас автобой идет? Я же не нажимал автобой. Ну понятно, это из-за того, что мы все в панике находимся. Причем я не могу панику снять ни с одного из дигимонов. Ух, а! Это все, что она сказала нам. Действует эмблема вражеской хакерской команды. Запутайте союзников в бою. Ну вот, это вот как раз таки их эмблема на меня действовала. Ты нам не ровня, потому что мы непобедимы и бессмертны. Вот, опять на нас паника наложена. Ну, под паникой мы можем сами себя бить. Вот, например, как сейчас. Ну, зато я сейчас понял, что мне необходимо команду как-то сбалансировать. А это значит, что все-таки Metal Gurumon уйдет на скамью запасных. Я просто буду оживать снова и снова и снова. А Греймон вернется на его место. А, Грейдмон он у нас. Так, возможно, когда у нас будет три эмблемы, у меня уже команда не будет впадать в панику, а вражеская, наоборот, будет впадать. Но это мои предположения. Действует эмблема вражеской команды. А, член горничных масках. О, я точно люблю красивую кровавую баню. Мой маленький топор, и я собираемся нанести тебе визит. Кстати, у Фэй тоже Тайгер Виспомон. Я про это забыл.
Понятно. Мы просто будем смотреть, пока нашу команду сбивают враги и мы сами. Да блин. Отлично. Фэй избавился от паники. А я не могу избавиться от паники, потому что мне нужен хотя бы один дигимон под моим контролем. Отлично. Так. Он у нас вирус. А мы вакцина. Нет. Я не буду тратить. Причем вакцина тьма. А я могу светлую атаку использовать. Ну не знаю, сработает, нет? Да, отлично. То, что нужно. Все-таки я правильно решил сделать то, что атаковал. Я просто хотел использовать антипанику на каком-нибудь из своих персонажей, но потом посмотрел, у него вирус, у меня вакцина, плюс у меня он тьма, а у меня есть световые атаки. Хоть у моего дигимона и атрибут не свет, но у атаки будет атрибут свет, и вроде это тоже работает. А что за... что за день такой? Или как это лучше перевести? На сегодня все. До следующего игрового дня. Так, действуй эмблема вражеской хакерской команды. Закрытый союзник в бою. Так, ну все, у нас по сути преимущество. То есть теперь мы точно не должны впадать в панику, либо враг тоже должен будет впадать в панику. Как ты посмел осквернить нашу территорию своей грязной душой? Когда черный вестник ревет, ты будешь уничтожен. Нет, на нас по-прежнему паника лежит. Но на Фэй паника уже не наложилась. Это хорошо. Моя душа бессмертна. У нас уже контроль над 4 эмблемами из 5. Я думаю, что вот сейчас уж не должна на нас паника накладываться никак. Двести двадцать восемь очков опыта получил. Кошелек или жизнь? Если ты не выберешься отсюда, мы тебя ужасно разыграем. Да, я все-таки понял, кого должен был Девилмон эволюционировать. Вот как раз в нее. Я даже знаю, под каким номером она находится в эволюции. Третий как раз-таки. По счету Дигибон. Судя по силуэту. Ты уйдешь, если я отдам тебе конфеты, нет? Или ты уйдешь, если я дам тебе конфеты? Нет, наверное, так лучше все-таки звучит. Эмблема Хьюди в действии. Запутайте вражеских хакеров в битве. А,
Большая часть этой территории находится под контролем Куди. Эмблема дадут нам преимущество перед лидером вражеской команды. Так, все. Служанки в масках принимают темную сторону Эден. Мы напугаем вас, и вы не скоро забудете это. Все, теперь они в панике. Нас хотели подставить. В комментариях было написано, что у них типа... Подождите, тип вакцина. А, или это мне советовали тип вакцину взять. 6 физических атак по 20 электрического урона. Ну, даже не знаю. Ну, давайте посмотрим, что это за атака такая. Что она из себя представляет. Будем, наверное, атаковать... Давайте его. А, ну все, я понял, что это за атака. Так. Данные, но атрибут свет. Ну, мне в любом случае надо избавиться от одного дигимона. Так, и вакцина. Отлично, крест лезвия. Я думаю, что нам лучше пика Девимона атаковать. Потому что, возможно, мы его сейчас сваншотим. У Девилмона? Он же Девилмон, да? А, Дракумон. Он Дракумон. А мало хп осталось. Поэтому не думаю, что мощную атаку стоило на него тратить. Ну, опять же, у нас сейчас данные, но данные против тьмы. О, это свет против тьмы будет. Данный свет будет против вируса тьмы. И у нас будет небольшое преимущество. По атрибуту. Так мы его еще и застанем. Так, все отлично. А Грейтмон, я думаю, что добьет его. Или нет. Ну, сейчас мы его точно добьем. Или... Ну ладно, бьем. Надо было чуть-чуть помощнее атаку выбирать. 1240. Опыта. Маловато. Это поражение? Я запечатлю эту боль в своем сердце, чтобы никогда ее не забыть. Это оно? Какое разочарование? Кстати, смотрела ваше выступление. С таким посредственным уровнем мастерства не смущаетесь ли вы, как член Хьюди и сотрудник Заксона? Вы не только не поможете Худи, но скорее станете помехой. Серьезно? У меня самые лучшие дигимоны. Что я могу сделать? Мне нужно улучшить свою игру. Мне нужно больше тренироваться и стать сильнее. Хорошо, я буду еще больше тренироваться и стану сильнее. Раз тебе не нравится тот уровень, который у меня сейчас. А ты имеешь в виду, что тебе нужно больше тренироваться, тренировать своих дигимонов? Если да, то ты все еще упускаешь суть. У тебя также должно быть желание стать сильнее. В противном случае ты никогда не реализуешь свой потенциал. Больше ничего нет. Я решила, что сделаю что-нибудь, чтобы помочь Худи. Я буду твоим инструктором. Если тебе не нравится мысль о том, что ты опаздываешь, то продолжай мои интенсивные тренировки.
что ты опаздываешь. Это как-то лучше по-другому сказать. Не опаздываешь, а не достигаешь, что-то идешь позади. Но это имеется в виду не по времени, то, что ты опаздываешь, а то, что ты не можешь догнать. А, не можешь догнать своих, типа, союзников по силе. Отстаешь. Вот, отстаешь. Если тебе не нравится что, о том, что ты отстаешь, то продолжай мои интенсивные тренировки. Вот, возьми это. Нашивка защитника. Умный патч. А тебе решать, принимать мое предложение или нет. Но если хочешь все изменить, позвони мне. А тебе, тебе следует серьезно подумать об этом, если ты хочешь и дальше оставаться хакером. А сейчас до свидания. Мистер Навит из мертвых. А, так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!